Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Инвестиционная деятельность продолжает сокращаться. В прошлом году инвестиции в основной капитал в Кировской области составили 53 миллиарда рублей, на 12% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Кировстат. Четверть всех вложений приходится на химическое производство, 9% на пищевое производство, чуть менее 8% на выпуск пластмассовых и резиновых изделий. Чуть более половины вложений – это собственные средства организации, треть – деньги бюджета. По месту нахождения инвесторов на организации областного центра приходилось 67% вложений. Программа «Экономика». Бизнес добровольно отказался от 120 миллионов рублей. Эту сумму удалось сохранить в бюджете из-за того, что предприниматели пересмотрели свои ожидания по возвращению НДС. Об этом заявляют в Кировском управлении налоговой службы, где подвели итоги работы в прошлом году. По данным ФНС, уточненные декларации налогоплательщиков позволили в два раза со 119 до 230 миллионов рублей увеличить сумму по налоговым обязательствам. На 880 миллионов рублей уменьшен ранее заявленный убыток. Экономика. На 101 FM. Предприятия смогут получить до 500 миллионов рублей в Фонде развития промышленности. Фонд повысил предельный размер кредитов, выдаваемых в рамках госпрограммы «Проекты развития». Ранее размер займа, выдаваемого под 5% годовых с периодом возврата до 7 лет включительно, составлял от 50 миллионов до 300. Также увеличена с 80 до 100% доля кредита, который может направляться на приобретение нового оборудования. Как пояснили в Министерстве промышленности и энергетики Кировской области, данные меры позволят повысить доступность кредитных ресурсов для предприятий крупного и среднего бизнеса. За последние два года в Фонд развития промышленности было подано 14 заявок от 11 предприятий Кировской области на общую сумму 1,5 миллиарда рублей. Получить удалось 1 миллиард. В завершение о валютах. Доллар стоит сегодня 57,93, курс евро 62 рубля 37 копеек. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.